Кубок флагов, крещение, парад колясок, работа крупных предприятий – все это в истории. К 80-летию «Химок» команда ВГТРК выпустит фильм о жизни городского округа. Съемочный процесс идет полным ходом. Одной из съемочных площадок стала «Аллея любви и примирения». Да, сейчас вид у нее не самый парадный, потому что работы по благоустройству только ведутся. Здесь полным ходом идет высадка цветов. Но это не пугает авторов программы, которые хотят показать жизнь «Химок» такой, какая она есть. Высадка цветов – только один из множества эпизодов жизни «Химок». Возведение зданий, уборка улиц, строительство дорог. Съемки ведет команда, уже известная своей работой про Москву, фильмом «Мегаполис». В новой документальной ленте успехи и достижения округа, самые яркие городские события и, конечно, истории самих химчан. Самое главное, что отличает этот фильм, наверное, мы хотим сделать его так же, как фильм «Мегаполис», чтобы за кадра там не было. То есть не будет никаких авторских оценок. Будут говорить только люди, герои, химчане или те, кто работают в «Химках» и кто создает жизнь «Химки». Съемки завершат в августе. Уже в сентябре фильм будет доступен на YouTube-канале администрации «Химок» и в официальных соцсетях. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, служба новостей.